Добрый день! Сегодня мы приготовим подчаёвок. Все вы, конечно, готовили и умеете готовить, но я хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления подчаёвка. У меня, вот видите, есть подчаёвочка. Примерно 700 грамм. Самое первое, что мы сделаем, это мы разрежем его на такие полоски. Не дорезаем до конца. Он держится у нас на кожице. Вот так я его разрезаю на такие порционные кусочки. Вот мы и порезали весь наш, такая книжечка с листиками, видите? Я приготовила здесь у меня черный молотый и душистый перец. Это паприка, а это мускатный орех. И соль. Сначала мы слегка все это посолим. Думаю, достаточно соли. Теперь будем перчить все это. Сейчас я все это перемешаю вместе. И будем посыпать перцем. А теперь вот в эти листики, как в нашей книге, мы положим кислой капусты. Вот так разложим кислую капусту. Выключу потом. Вот так мы весь наш подчаёвок заложили и приготовили. Теперь мы его завернем в фольгу. Берем фольгу, отправляем наш подчаёвок сюда, вот так заворачиваем. И отправим в духовку примерно на час, час 20. При температуре 200 градусов будем запекать. Ну, будем смотреть, готов будет или нет. Я отправляю. Прошло час 10. Наш подчаёвок, видите, готовый. Сейчас мы будем снимать пробу. Для этого я, видите, книжечку сейчас отрежем. Наш листик и снимем пробу. Видите, мясо пропеклось, все остальное тоже розовенькое. Очень вкусно. Я хочу сказать, что мы его готовим. Холодным мы никогда не едим, потому что съедаем горячим. Так что советую вам попробовать сделать. Я думаю, вам тоже понравится. Очень вкусно. Приятного аппетита!